Сегодня в Черкесске Государственный фонд «Защитники Отечества» поздравил маленьких жителей республики с Днем защиты детей. На праздничное мероприятие пригласили детей, участников и ветеранов СВО. Дарья Тендит с праздником. Первым мероприятием, которое прошло в открывшемся накануне филиале Государственного фонда поддержки семей ветеранов и участников СВО, стал праздник «День защиты детей». Ребятам провели экскурсию в новом помещении. Холл филиала украшала выставка рисунков «Мой папа – герой». Фонд «Защитники Отечества» создан для оказания социальной медицинской помощи семьям ветеранов и семьям участников СВО. Специалисты будут помогать пройти реабилитацию, отметил руководитель Марат Абазалиев. Доступной для детей форме попытаемся объяснить, чем мы будем заниматься и как мы будем помогать их родителям, которые находятся на боевой, и как будем помогать самим детям, их мамам. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова поздравила маленьких жителей с международным праздником и пожелала всем счастья и здоровья. Все, что делается сегодня, это как раз направлено на то, чтобы вот эти наши детки, детки героев, которые сегодня защищают Родину, были счастливы и довольны. Для детей это счастье, радость. Моя, прям как услышала, в восторге была. Сказала, что поедем, посмотрим, повеселимся. Задача взрослых – обеспечить безопасное будущее и счастливое детство для ребят. Именно за это борются сейчас их отцы, находящиеся на СВО. Конечно, детишки скучают без папы, и чтобы им поднять настроение, взрослые организовали для них настоящий праздник. Мы решили устроить вам небольшой праздник. Мы хотим, чтобы вы росли в любви и заботе, чтобы вы стали самыми счастливыми. На праздник пригласили веселых аниматоров. Вместе с ними дети танцевали под зажигательные песни. После музыкального развлечения детям раздали мелки. Для них провели небольшой конкурс на лучший рисунок. Конечно же, победителей не было. Каждая работа была лучшей по-своему. А сладкий приз, вкусное мороженое получили все участники. Маленьким жителям вручили и памятные сувениры. Дети были в восторге. Какое у тебя сегодня настроение? Веселые, отличные. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, а детский – с двойной. Для многих ребят это праздничное поздравление останется надолго ярким воспоминанием. Завершилось мероприятие совместной фотографией на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.